Серж сыграть. Пишет, но это правда смешно. Выходит, что нас обманывали, когда говорили, что Трамп на крючке у Путина. Серж, ну, конечно, обманывали. И говорили при этом, вот, сейчас Байден придет к власти, вот смотрите, какой он, какие резкие заявления делает. Сейчас он придет к власти, он разберется с Путиным. Байден пришел к власти, первое, что он сделал, что он обещал-то перед там 20 января. Что вот сейчас прям начнет заниматься... И первые заявления, я поговорил с Путиным, все, Навального сейчас отпустят, вот, все сделаю, Путин убийца, убийца, и Северный поток разрешили. То есть вот главное, Трамп говорил, что хороший парень, надо поговорить с ним, может как-то так решится все. Перекрыл все каналы, начал поставлять в Европу ресурсы, нефть, газ. Путин, Кремль замолчали. Понимаете, вот этого финансирования террористической деятельности больше не было. Напугались. Все эти... Этот вопрос, это не Серж, кто-то еще мне задал. Кто они? Те, кто уверял нас, что Трамп на крючке у Путина, дураки или подлецы? Уверяю вас, подлецы, подонки, настоящие подонки, которые ради того, чтобы там пришел к власти их лидер, то есть они деньги за это получали, ну нет уже никаких сомнений. Демократическая партия платила за агитацию, за пропаганду. И они обманывали, ну, Сержа обманули всех остальных. Конечно, подонки, конечно, подлецы, конечно, не дураки. Все понимали, понимали прекрасно, что Трамп не на крючке у Путина. Понимали прекрасно, что Байден... Но это же, он был вице-президентом при Обаме, когда произошел захват Крыма с разрешения Соединенных Штатов, с разрешением Барака Обамы. Вот, так что, ну, делайте выводы, друзья. Ну, вы же ведь вот, там, где все пишут, вот я послушал выступление... Неважно, Пятковского. Вот он говорит то-то, то-то и то-то. Ну вот он говорил, Трамп на крючке у Путина. Вот все, Трампа нету. Теперь Байден борется. Северный поток почему-то начался. И почему-то финансирование Кремля возобновилось. И почему-то Кремль стал вдруг агрессивнее. То есть чудом не началась война с Украиной. Ну, во всяком случае, нервы Путин попортил всему остальному миру этими маневрами. Друзья мои, дураки в этой истории. Те, кто верит подлецам. Пожалуйста, циникам и подлецам. Они не дураки, они деньги зарабатывают, мороча вам голову.